Игра — это цепь осознанных решений. Выбери, с какой командой разделишь успех. Сделай свои эмоции сильнее, а победу ближе. Думай и делай осознанный выбор. Bet City. Ты решаешь. Когда он бился в среднем дивизионе, он уже был полутрупом до начала весогонки. А сейчас он полон энергии. Он умеет настраиваться после тяжелых сгонок в средний дивизион, так что все как всегда, очередная неделя боя. Он здоров, думаю, это будет одна из лучших наших весогонок. И да, думаю, все будет хорошо на чемпионском уровне. Это потрясающие карты, и я знал, что Алекс станет такой большой звездой. Он очень скромный, он пахарь, и я счастлив, что все это с ним происходит. Завтра взвешивание, так что я сгоню большую часть веса сегодня. Немного поем, попью вечером, и завтра утром сделаю вес. Боу всегда работает сверх нормы, выполняет дополнительные повторения. Это его настрой, он все время тренируется и становится лучше. Львиная доля работы уже позади, ему осталось согнать лишь пару фунтов. И он делал это уже миллион раз, так что ничего особенного. Мы в доме Али, и весогонка идет прекрасно. Он покрутил байк минут 20. И затем мы немного поработали на лапах в суперлегком режиме, чтобы он просто двигался, продолжал потеть. Обстановка здесь потрясающая. Энергия и настрой — это ключевые факторы в весогонке. Будь точнее, когда ты начинаешь поддаваться этому упадку энергии, весогонка становится ужасной, но сейчас у него энергия на подъеме, он улыбается, и я очень рад этому. Он такой профессионал, что даже весогонку он проходит весело и налегке. Мне нравится гонять вес с Джастином. Ну что ж, как вы знаете, остался всего один сон до UFC 300. Даже не верится, что мы добрались до этого момента, мы ждем взвешивания. Я занимаюсь этим 15 лет, и более плотного и насыщенного карда я в жизни не видел. Осталось совсем чуть-чуть, друзья, погнали! Добро пожаловать на официальное взвешивание UFC 300, и мы начнем с будущего члена зала славы, бывшего неоспоримого чемпиона полулегкого веса Макса Холлоуэя. 70-760 – официальный вес Макса Холлоуэя. Далее на весах также будущий член зала славы UFC, бывший временный чемпион легкого веса и чемпион BMF Джастин Гейджи. 70-760 – вес Джастина Гейджи, и таким образом бой за пояс BMF официально в силе. Итак, следующий боец на весах, один из джентльменов, вокруг которых был построен этот исторический карт UFC 300, бывший чемпион полутяжелого дивизиона, ныне главный претендент Джамал «Сладких снов» Хилл. 93 килограмма – официальный вес Джамала «Сладких снов» Хилла. Я вернулся... И последний боец на взвешивании этим утром – Пуатан Алекс Перейра. 93 килограмма составил вес Алекса Перейры. Таким образом, титульный мейн-ивент UFC 300 официально в силе. Вот и все, больше никакой болтовни, только удары. Это ритуал, потому что точно так же аборигены из Бразилии разукрашивали свои лица перед войной, перед битвой, выходя на охоту. Понимаете, так они представляли своих героев. И я думаю, мы продолжим делать это и в будущем, потому что людям это нравится, и нам нравится. Это здорово. Прежде всего, для меня огромная честь наносить этот грим Алексу. Я делаю это уже в третий раз. И я заряжена на его поединок так же, как он сам. Так что я нарисую ему то, что он хочет, и на этом все. Очень важно не забывать свои корни, знать, кто ты, знать, откуда ты родом.
И я очень уважаю его связь со своими людьми, со своей природой. Я думаю, мы закончили, да? Думаю, можно примерить головной убор, убедиться, что у нас все совпало. Спасибо. Да, да, конечно, рада помочь. Итак, поговорим с претендентом. Одно слово, ребят, завтра вас ждет жестокость, чистая жестокость. Погнали! Макс Холлоуэй, леди и джентльмены. Лучшее шоу в прямом эфире на Земле, гарантирую. Погнали! Джастин Гейдж, леди и джентльмены. Вперед, китайская сила! Вперед, Вегас! Увидимся завтра! Ян Сяонань, леди и джентльмены! Я вас не слышу! Лас-Вегас — это мой счастливый город. 4 года назад мы с Юаной показали лучший бой года. Завтра Энн Стил! Чемпионка, леди и джентльмены!
Невзирая на то, что вы меня освистываете, как бы вы ко мне ни относились, после того, что я мог потерять, после того, что я почти потерял, после того, что со мной случилось, после того, что я потерял, во мне просто вспыхнул этот огонь, во мне горит огонь. Я в любом случае выйду и выложусь на все 100. Я просто рад вернуться. И мы рады, что ты вернулся. Претендент, леди и джентльмены. Да, для меня это потрясающая возможность. Я очень рад, что буду биться на UFC 300. А что касается Джамала Хилла, пару дней назад он вел себя уважительно, подошел ко мне, попросил автограф. Но вчера на пресс-конференции все изменилось, и завтра он поплатится за это. Спасибо всем! Увидимся уже завтра на историческом карде UFC 300!